всегда на высоте. Один из зрелищных и красивых видов спорта, безусловно, можно назвать прыжки на батуте. Прыгаешь себе в удовольствие сколько хочешь, а при этом еще можно стать профессиональным спортсменом, завоевывать медали на турнирах. В Уфе у нас есть спортивная школа «Батыр», где как раз учат, как правильно прыгать. Мы прыгаем на батуте, очень красивый вид спорта. Он и немного экстремальный, классно прыгать, можно многому научиться. Я чувствую немного, конечно, свободы. Ну, нравится мне из-за того, ну, то, что можно повеситься, там, попрыгать. Ну, это сложный вид спорта. Чувствуешь какой-то адреналин, когда прыгаешь. Особенно, когда высоко и двойные или тройные сальто. Появляется сила и просто легче остальное. Потому что я вот в школе самый сильный из нашего класса. Как-то спорт – это просто увлечение для того, чтобы заниматься чем-то, а не просто в салоне дома. Тренируюсь я 6 дней в неделю, а тренируюсь я уже 8 лет. Хочу стать олимпийским чемпионом. Будет гордиться вся страна. А я хочу, чтобы достичь высоких высот, чтобы ничего не бояться и прыгать на разных соревнованиях. Кстати, благодаря прыжкам у детей укрепится позвоночник, суставы, можно избавиться от плоскостопия, развить координацию движения, выносливость и гибкость. Занятия для детей здесь проводятся бесплатно. Альфия Ильясова, Глеб Салыкин, городской телеканал ЮТВ.